Всем привет! Сегодня будем делать упражнение 2, 2, 13. Давайте приступим. Это первое упражнение в нашем третьем CCNA, и оно довольно-таки простенькое. Мы будем настраивать роутер ID и также OSPF роутинг. Давайте приступим. Первое, что нам нужно сделать, это открыть R1. И давайте я закреплю задание, чтобы мы видели, что у нас происходит. Сделаем вот так. Открываем R1. Вводим команду enable на английском языке, conf-t, готово. И первое, что нужно сделать, это настроить ID. И какие ID настраивать, у нас указано вот здесь. Например, у R1 у нас будет вот подобная штука. Ctrl-C. Давайте настроим. Первая команда для этого — это router OSPF. 10. Готово. Почему 10? Потому что у нас процесс ID у нас 10. Готово. Теперь нам нужно настроить OSPF ID. Для этого роутер ID. И указываем ID 1.1.1.1. Enter. Готово. Таким образом, мы настроили первый OSPF ID на 10-м ID OSPF на роутере R1. Готово. Дальше. Откроем следующий. Это R2. У нас все идентично. Enable, conf-t, роутер OSPF 10, роутер ID 2.2.2.2. Готово. И последний. Роутер OSPF 10. Роутер ID 3.3.3.3. Готово. Таким образом, мы настроили OSPF и их ID на всех роутерах. Давайте посмотрим. Да, везде роутер ID у нас настроен. Готово. Давайте посмотрим, что нам нужно сделать дальше. Нам нужно строить сети на OSPF роутингу. Это тоже довольно-таки просто. У нас тут здесь указаны, например, команды. Network, network address, потом area и area ID. Также тут у вас есть вопросики, например, LAN на роутере R1 и с маской /24. Нужно написать эквивалент это в таком формате. Например, /24 это 255, 255, 255, 0. И так дальше. Все эти вопросы очень простые. Нужно будет просто внимательно почитать и на них ответить. А мы сразу же приступим к настройке. Открываем R1. Вот он. Здесь прописываем роутер OSPF 10, если вы вышли в предыдущий режим. Если вы в режиме config router, то пропускаем и указываем дальше network и указываем сеть. Сеть мы берем из таблички и указываем первый IP-адрес нашей сети, то есть 192.168.10.0, то есть не IP-адрес первого интерфейса, а первый IP-адрес нашей сети, который существует. Далее указываем 0.0.0.0 и в конце 255, вот так. Далее указываем area и указываем 0. Готово. Указываем следующую сеть. Дальше у нас будет 10.1.0. Опять-таки берем первый адрес. 0.0.0 в конце у нас будет 3. И area у нас будет тоже 0. Готово. И последняя сеть. Вот так. Тут тоже 3 и ара 0.
Давайте сразу проверим. Готово. А нам остался только пассивный интерфейс на устройстве R1 и настроить все остальные параметры. Двигаемся дальше. Давайте откроем R2. Мы также сейчас в режиме Config Router. И давайте настроим. У нас также будет Network. И указываем теперь вот эти вот сети. Первый у нас будет 192.168.20.0. Нет, .1. 0.0.0.0. И area у нас будет 0. Готово. Далее указываем следующий. 10.1.1.2. Все вот так. 0.0.0.0 и area 0. Готово. Все готово. Все настроено. Дальше. Давайте откроем R3. Мы также в режиме Config Router. И здесь мы указываем интерфейс G0.0.0. В этом интерфейсе указываем IP, OSPF, далее указываем 10, это ID OSPF, также area и также 0. Готово. Интерфейс следующий у нас будет Serial 0.0.0. Serial 0.1.0, сори, вот так, готово. Тут настраиваем также IP, OSPF, 10, ARA 0, готово, и Serial 0.0.1, и также ту же самую команду. Готово, давайте проверим. Готово, у нас осталось настроить только пассивные интерфейсы и Route 2. Давайте это сделаем. А, секунду. Row 2 у нас на R2. Давайте откроем R2. И посмотрим, что у нас не настроилось. 192.168.20.1.0.0.0.0. Нет, все окей. И у нас была еще сеть 10.1.1.2.0.0.0. Давайте ее проверим. 10.1.2. Да, все окей. Давайте настроим пассивный интерфейс и потом посмотрим, что у нас дальше. Пассивный интерфейс давайте настроим по порядку, чтобы мы не запутались. Мы уже в Config Router, пассивный интерфейс, гигабит интернет. 0.0.0. Готово. Следующий у нас пассивный интерфейс на R2. Passive интерфейс. G0.0.0. Готово. И на R3. Passive интерфейс. Нам нужно зайти в роутер SPF. Здесь passive интерфейс. И указываем также G0.0.0. Готово. Check results. Так, и у нас остался только роут 2 на R2. Давайте откроем, посмотрим. На R2 у нас будет 10.10.1.19. Network 10.1.1.9.
0000, ARIA 0. Готово. Таким образом, мы настроили наш OSPF и ID OSPF. А на этом все. Всем пока.